московском международном хоккейном турнире на приз газеты «Известия» приняли участие 6 сильнейших команд мира. В последнем матче встретились хоккеисты Швеции и Советского Союза. Спортсмены Швеции в светлой форме. Лидеры турнира, советские хоккеисты, сразу устремляются в атаку. Они открывают счет 1-0. Инициатива полностью на стороне советской команды. Еще одна шайба в воротах шведских хоккеистов. Гости стремятся изменить счет. Одна из атак шведских хоккеистов завершается взятием ворот. Однако вскоре наши хоккеисты вновь увеличивают разрыв в счете. С результатом 6-2 победу одержала команда Советского Союза. Она стала победительницей московского международного хоккейного турнира и завоевала памятный приз газеты «Известия» «Тульский самовар».